Бесплатная газета, говорите, граждане товарищи, бесплатная газета. А вы спросите сами у себя, чем мы вам обязаны? Нет, русскую цель! Убедительная просьба соблюдать спокойствие, порядок и проследовать на станции метро Театральная прямо по ходу вашего движения. Будьте осторожны на дороге Ковалева. Самое главное требование в течение месяца, чтобы на высшем уровне присутствие президента, премьер-министра, мэра Москвы, федеральных министров прошла встреча с торгкомитетом Пятьмила. Проходим подземный переход, пожалуйста. Шествие вам запрещено. Уважаемые граждане, вы нарушаете общественный порядок. Шествие вам запрещено. А что женщина бьет? Да ладно, не трогай ее! Сюда подойдите. Куда? Как тебе не сбить вагон? Как тебе не сбить? Вы пенсионеров боитесь! Вы пенсионеров боитесь! Валеный амур! Мне рюкзак положите, пожалуйста. Да все, Стас, короче, пойдем в сторону. Все, Стас назад, ребят, оттесняем немножко. Павел заявил, что будет делать плачевать. Началось вытеснение цепью.